Дорогие исследователи, победители в номинациях, дамы и господа, дорогие друзья, я рад приветствовать всех участников глобальной конференции Scopus Awards 2022, организованной Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан совместно с мировым научным издательским домом Elsevier. Сегодняшнее мероприятие имеет важное значение для популяризации науки и повышения престижа казахстанских ученых. Глобальная конференция Scopus Awards объединила всех неравнодушных к науке людей, профессионалов и ученых, которые вносят свой непосильный вклад в процветание нашей страны. Во времена глобальной экономической неопределенности, непредсказуемости, волатильности ученые являются ключевыми акторами, которые поддерживают социальное и экономическое развитие во всем мире. В течение дня вы рассмотрите последние тенденции, возможности и планы на науку в Казахстане. И у вас будет возможность участвовать в дискуссиях, направленных на определение стратегических приоритетов для нашей отечественной науки. Я верю, что только объединив наш опыт, компетенции и силы, мы сможем внести существенный вклад в укрепление мира и устойчивое развитие, тем самым сохраняя нашу планету и создавая лучшие условия жизни для будущего поколения. Уверен, что сегодняшнее мероприятие будет продуктивным для всех участников. От имени Министерства науки и высшего образования поздравляю победителей в номинациях Scopus Awards, желаю вам успехов и новых свершений. Только вместе мы сделаем наш мир лучше, комфортнее и безопаснее. Удачи всем участникам сегодняшней конференции!